Добрый день. Меня зовут Чернобель Регина Викторовна. Я работаю в Кустанайском колледже БИТ-сервиса. И сегодня мы хотим поделиться с вами нашим педагогическим опытом в области инклюзивных практик. Тема моего доклада – организация проведения занятий художественного направления для обучающихся с особыми образовательными потребностями. В Кустанайском колледже БИТ-сервиса действует кружок художественного направления для обучающихся с особыми образовательными потребностями. Первый урок прошел в виде мастер-класса. Представлена была тема узелкового бантика, на который пришли все желающие и выполнили бандану техники узелковый бантик. Во время работы в первое полугодие дети выполнили 12 работ различных техник и направлений. Вся учебная программа была подстроена так, чтобы первые работы занимали поменьше времени и были попроще, а в дальнейшем работы шли на усложнение. Если в первом полугодии работы были выполнены красками, то во втором полугодии работы были более ориентированы на декоративно-прикладное творчество. Это работы, связанные с тетром, с бисером, с аппликациями. На данном слайде вам представлены работы, выпускные работы нашего кружка за год обучения. Как результатом данной работы наши дети принимают участие в различных мероприятиях, проводимых как на уровне нашего колледжа, так и на уровне республики. Так, в конкурсе, проходимом в рамках нашего колледжа, наши студенты заняли второе и третье место. На третьем международном онлайн-конкурс-фестивале детского и юношеского творчества в рамках проекта «Жасмаман», проводимом в городе Чимкенте, наши дети заняли гран-при и призовые места. Также мы участвовали в республиканском дистанционном конкурсе «Молодые таланты» в городе Этибаскусе. Принимали активное участие в городе Алма-Ате в международном конкурсе. На базе нашего конкурса проходят различные мероприятия, которые призваны для того, чтобы поделиться нашим опытом на уровне наших колледжей внутри области, внутри республики. Так, например, 1 декабря прошел совет директоров, на котором была рассмотрена одна из техник. Это нанесение рисунка на ткань одноразовыми штампами, в котором приняли участие директора 48 колледжей нашей области и дети с особыми образовательными потребностями. Хотелось бы отметить, что наши директора даже не сразу поняли, что один из детей, принимающих участие в нашем мероприятии, является полностью глухонемым ребенком. Также мы посещаем выездные мастер-классы, проводим в детские дома, центры адаптации несовершеннолетних. И на базе нашего колледжа проходят также различные мероприятия. В нашей республике в этом году стартовал проект, который является молодежным инклюзивным проектом «IHTM»,
Он стартовал по всем городам Республики Казахстан. Ориентирован он больше на детей ДЦП. Вот. Наши дети заняли также призовые места и выиграли гранты на обучение. Летом они прошли обучение в городе Павлодар и в городе Алматы. Наш колледж также ведет международное сотрудничество. В рамках этого международного сотрудничества 1 декабря 2021 года совместно с интерактивной платформой инклюзивных практик была открыта рубрика «Воплощение инклюзивных идей в художественном творчестве». За время работы данной рубрики было проведено 8 мастер-классов с темами нанесения рисунка на ткань с одноразовыми штампами, декупаж, монотипия и аппликация. Также был проведен совместный мастер-класс новогодний, в котором приняли участие наши мастера, а также волонтер колледжа, медицинского колледжа, который находится в нашей области, Каирманова Настя приняла участие, и Роман, он был в роли Дед Мороз. Данный проект также имеет своих победителей. Мы отправляем работы на уровне нашей республики и также занимают дети призовые места. Как раз вот на этих слайдах представлены дипломы наших детей. Мы ведем активную социальную политику. У нас есть своя страничка в Инстаграм, в которой подписаны все желающие, на которые мы периодически выставляем наши работы, наши достижения, принимаем конструктивную критику, пожелания. Ну, конечно, чтобы работать с особенными детьми, надо иметь большой опыт, надо идти в ногу со временем, поэтому мастера нашего колледжа, административный состав, мы стараемся как можно больше и как можно чаще участвовать в различных мероприятиях, направленных на инклюзивное образование. Стараемся повышать наш багаж знаний для того, чтобы нашим детям было комфортнее с нами работать. Спасибо за внимание.